Думаете, собралось 170 экипажей, да, там с 5 или 6 стран и СНГ, и не СНГ. Они собрались просто пиво попить или есть, наверное, вы думаете, все-таки официальное согласование? Вот ваше мнение. Ребята, ребят, можно вас на секунду? Скажите, пожалуйста, кто вы? Вы руководитель этой группы? Один из руководителей группы. Фамилия? А на каком основании вы что-то отвечаете, девушка? Я пришел вас, буду спрашивать ваши паспортные данные. Нема питань. Документы у вас есть от руководства? Здравствуйте. Газилька, охранять порядок, спокойствие. Да, у нас есть команда поступила. Вот, скажите, пожалуйста, нет. Вы знаете процедуру подписания распоряжения местного главы? Да. Процедуру знаете? Да. Вы знаете, что эту проект визирует начальник юридической службы? Знаю, и знаю, как работает просто наша юридическая отлично служба. Поэтому вам прямая дорога в суд. Очень хорошо. Вы знаете незаконные дії міського голови? Очень хорошо. Это мы вот и будем делать. Отлично. Но... Все. Протокол о коррупции и так далее. Вы все знаете. Что вы это сами? Да. Поэтому... Татьяна, а в распоряжении ничего не сказано о месте размещения? Сказано гидропал Крузановка, но никто не говорит, что нужно на этой поляне, на зеленой зоне и так далее. Возможно, в парке есть оборудованное твердое покрытие, на котором и имелось в виду городским головой разместить паркинг. Вот. Поэтому ознакомиться с планом согласования – это первое, что нам нужно сделать. Тимур. Мы не обязаны вам ничего предоставлять. Для этого есть милиция, которая… Татьяна, можешь обратиться в милицию и попросить сотрудников милиции, чтобы они запросили необходимые документы по вашему просьбе. К сожалению. Ну, это вы избрали, не мы. Мы тоже кого-то избрали. Они не будут вам ничего делать. Это да, другая история. Они не будут ничего делать, они охраняют порядок. Добрый день. Что случилось? Вы руководитель? Вы руководитель? Да. Александр. 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 Я слушаю вас очень внимательно. Фамилия есть. Вам нужно записать Александр Николаевич. Да, понял. Вы хотите посмотреть, документы, что к чему? Да. Хорошо, идем. Мы говорим о том, что есть законодательная база. Да. Вы прекрасно знаете, если вы искали площадки, что вы именно в парковой зоне, в прибрежной, не имеете права ставить автотранспорт. Я вам называю 62-я статья Земельного кодекса, 88-я, 90-я, водного, 31-я. Поймите правильно, я понял. Закон о курортах. Я понял. Смотрите, вы в этом разбираетесь очень сильно. Я сам по себе, по натуре человек, житель Одессы. Я пришел с просьбой не спонтанно, а пришел, чтобы это было окультурено. Пришел в горисполком, попросил: ребята, помогите провести мероприятие вот такого уровня. Это все на общественных началах. Хотите, я вам на минуточку. Скажу, что сказал инвестор, когда я разговаривала с инвестором по той территории, сказал, по кемпингу. Ну, его же лет 8 как уже вы продали. Нет. В прошлом году только землю продали. Землю? А нет, все, что там стояло, кемпинг закрыли? Ну подождите, без земли они не могли все равно. Ну кемпинг закрыт уже лет 10. Ну и что? Не, ну что значит, ну и что? Его нет, физически его нет. Я без разрешения тоже сюда машину ну, ни одну не загнал. Ну у меня окна сюда выходят. Окна, вон я там ну, живу. Прекрасно. Типа, ну прекрасно. Подождите, смотри. Ночь не надо. Я здесь сегодня до 3 часов ночи дежурил по лагерю. До 3 часов ночи. Никто не жарил шашлыки? Шашлык жарили, но не в 3 часа ночи. Жарили часов в 11, в 10. Ну, а в квартире уже
шума, ветер в ту сторону. Подождите, остановитесь. Ветер сегодня в море был. Пригласить вас. Куда? Ко мне домой, чтобы вы понюхали. Пригласите, но только не сегодня. У меня здесь работа еще. Да, я понимаю. Вам дали разрешение в гидропарке разместиться. Прикладывается схема размещения, которая тоже заверена. Скажите, пожалуйста. Я понял. Я полностью с вами согласен. Мне вот все, что мне дали в горисполкоме, в отделе туризма, вот. Можно почитать? Да, пожалуйста. В отделе туризма. Я так понимаю, оригинал лежит в горисполкоме, а не у меня. Если они выложили это на сайт. А почему вы не дали? Я задал вопрос, мне сказали, у вас копия. Ну, единственное, в эту копию с мокрой печатью держите у себя. Это мокрая печать. С чего ты взял что-то липа? Знаю. С чего? Родя, слушай сюда. Сложено. То есть лежало на кармане. Ну? Ехала ж от самых сумм. А хрустит, как серый червонец. Понятно, липа. И мастерили где? В Одессе. За полчаса до склада сунули на карман, оно не затерлось. Не знаю, не знаю. Бланк типографский. Печать выпуклая. Так оно ж, конечно, не фраер же холомисничал. Да более интересно. Кто? Вещь. Если такую большую ошибку совершили работники горисполкома, отдел туризма или отдел культуры, я не знаю кто. В чем моя вина? Я попросил у горисполкома разрешения. Мне разрешение дали. То, что здесь должно быть 25 бумаг, мне это не говорит. С той волной проблем, которая столкнулся здесь, вот это первое и последнее мероприятие, которое я сделал. Больше моей ноги вот в этой вот мероприятии в Одессе не будет ни разу. Я не хочу. Я не хочу даже вам говорить, сколько геморроя и всякой дряни я выслушал и насмотрелся. Но следующий слет в Одессе проходить точно не будет. Не потому что здесь плохо, а потому что столько препятствий, сколько я встретил на пути подготовки этого слета, я вам скажу, я ни за какие деньги больше за это не возьму. Очень хорошо. Джип на пляже Лузановка наехал на двух отдыхающих. Оба пострадавших отделались ссадинами и ушибами. Кто виноват и почему автомобиль оказался в пляжной зоне, выясняла Валерия Наумова. Выехал на джипере, подавил людей. Ну, а не наш, забрал в реанимацию. Таких подъездов на пляж Лузановка 6. Но желающих оказаться в пляжной зоне не остановят ни шлагбаумы, ни ограждения. А ведь здесь ежедневно отдыхают до 50 тысяч человек. По закону проезд в пляжную зону запрещен, но при этом выехать на песок не проблема. Чтобы машины не могли заезжать на этот участок пляжа, в Суворовской администрации решили поставить еще один дополнительный шлагбаум. Между тем, некоторые одесские деятели по сей день ратуют за то, чтобы разрешить движение автомобилей в курортной зоне. Вам 2000, наша фирма. Как? Вам 2000? Вам 2000, да. Вам 2000. Ну, а мы тут при чем, боже?
на территории коммунального предприятия есть по дислокации автопарковки для машин. Есть у парксервиса документы, подписанные и согласованные со всеми службами, что эти места будут предоставляться для въезда транспорта и, как там называется, магазин? Паркование этих автомобилей. Да, есть дислокация, согласно которым все абсолютно службы, которые смотрят за экологией, нарушение и уничтожение зеленой зоны, предоставлен, все прошли комиссию, все подписали, все проверили ее. Информации у меня оригиналов, мне не успели довести их. Они вот находятся вот сейчас у представителей. Вчера только просто, ну как, вчера, позавчера. То есть парк уже выгрызли, а документы еще под автогоном. Договор, договор официально подписан. Кстати, что сейчас с парковками? Ведь ну, парковки как таковые отменились. Что с прибрежными парковками? Дело в том, что имитируют паркоматы через терминалы шлагбаумов. То есть по закону, по постановлению Кабмина, паркоматом является то устройство, в которое вы можете засунуть деньги. Горсовет тихо назвал паркоматом то устройство, которое поднимает шлагбаум. Согласно противозаконного распоряжения Одесского городского головы Алексея Костусева, на данной территории с 28 апреля по 2 мая размещался фестиваль автотуристов, так называемых караваня. На сегодняшний день мы видим, что данная территория готовится под парковку. Несмотря на то, что жители микрорайона отправили телеграммы прокурору города, и до настоящего момента никто не предпринял никаких мер, несмотря на то, что в телеграмме был указан номер телефона. Сейчас мы видим, что так как наши городские чиновники бездействовали и чиновники областные, на сегодняшний момент готовится огромная часть территории парка Лузановка, зеленая зона, забрана под парковочные места. Данные парковки здесь находятся незаконно, и об этом все прекрасно знали. Но, однако, никто не принимает никаких мер. Я хочу обратиться к Алексею Алексеевичу Костусеву, который обещал, что не будет у нас в городе беспредела. Значит, вы нас обманули в очередной раз? Почему мы, жители Лузановки, должны постоянно жить, как на пороховой бочке? Почему? Почему вот все вот эти вот рестораны и все стоят на песке? Почему? Вы же говорили, что вы все уберете, все веранды, которые стоят на песке. Как они стояли, так они и стоят. Теперь вот у нас отнимают действительно кусок парка. Что же происходит? Какое имеют право машины заезжать на песок, в парк? Это зона, охраняемая зона. Кто имеет право это делать? Вы попираете, Алексей Алексеевич, закон, и вы это прекрасно знаете, что мы молчать не будем. У нас очень простой, но очень настойчивый народ. И поэтому мы будем всеми способами отстаивать эту территорию. Пожалуйста, обратите внимание на то, что делают ваши подчиненные. 10 лет назад, вот в этом месте, где мы сейчас стоим, на этом выгрязенном поле, был зеленый прекрасный луг. Это было 10 лет, получается, на расстоянии 10 метров от моря. Наши гениальные власти, за которых мы очень боролись, был плохой гурвиц, пришли наши любимцы. Вот наши любимцы решили упороться. Они решили, что мало они прихватили раньше, надо прихватить все остальное. Очень бы хотелось, конечно, чтобы нас все услышали, потому что я думаю, что общественность будет поднимать бунт и будем, наверное, перекрывать дорогу, будем что-то делать, потому что этот, извините, бардак за выражение, нужно как-то прекращать, хотя бы свои силы. Это наша земля, все это мы.